Всем привет! Стартуем в Москве. Автомобиль Шкода Октавия. Автоматическая коробка передач. Цвет белый. Так, базовая комплектация. Значит, город покидаю по Яндекс.Навигатору. Он проложил путь по без пробок. Курс берем на город Ярославль. Кострому. И так далее. Первоначально в планах было двигаться через Владимир, Нижний Новгород, ну и так далее. Но перед самым отъездом прочитав комментарии к видео «Сургут-Москва», решил изменить маршрут и двигаться на восток северным вариантом. Ярославль, Кострома, Киров, Пермь и так далее. Комментарии подписчик я не могу произнести. Логин, там английскими буквами написано, с английскими дружу, где написал, что видео Сургут-Москва уже не актуально, поскольку ремонт дороги, ямочный ремонт выполнен, можно безбоязненно, беспроблемно двигаться в этом направлении. Я верю подписчику. Да, это эфир 15 канала. Ребятишки нервничают на МКАДе, дальнобойщики. Я склонен, значит, доверять информации подписчиков. По этой причине выбрал северный вариант. Ну и заодно обновлю видео, хотя, как я уже сказал, намерение было двигаться через Владимир Нижний. Буквально несколько слов об автомобиле. Меня порадовал бортовой компьютер. Здесь отражается информация не только о расстоянии до заправочной станции, но и такая функция, как
показывает, какой объем бензина можно залить в бак. Это очень удобно. Не на всех, да ё-моё, не на всех автомобилях такая функция присутствует. Показывает уровень топлива приблизительно и расстояние до АЗС. Здесь показывает свободный объем бензобака. Хотел бы еще раз напомнить, кто будет рассматривать видео, имейте в виду эфир 15 канала, вернее, общение водителей на 15 канале может содержать ненормативную лексику. По этой причине убавьте или совсем отключите звук. Потому что чистить каждый раз видео, удалять ненормативку, не всегда получается. Движение на МКАДе относительно нормальное, то есть без особых заторов, пробок, ну, по крайней мере, в самом начале. Город покидаю при помощи Яндекс.Навигатора. Вот он выбрал такой вариант. Первоначально, конечно, хотел двигаться через центр города. Утром посмотрел в интернете, загруженность показывала 1 балл, то есть дороги были свободны. Ну а пока готовил автомобиль, там радиостанцию устанавливал, все эти прибамбасы в салоне автомобиля, включил планшет, на планшете Яндекс.Навигатор. И он проложил такой маршрут. Ну, пока движемся без особых пробок.
1 километр 500 метров. Съезд. Поверните направо. Комментировать МКАД бессмысленно. В общем, до Ярославля информации очень много в интернете о дороге, об инфраструктуре, ну и так далее. Эфир 15 канала слабенький, общение не очень активное, наверное, до развязки на Ярославку. Проверка связи, меня в канале кто-нибудь слышит? Так. Уходим на Ярославль. В сторону Ярославля, в город заезжать не буду. Поверните направо. Потому что... Через 300 метров держитесь правее. Пробки, светофоры занимают очень много времени, отнимают. Держитесь правее. Прямо 45 километров. Это подсказывает, прямо 45 километров подсказывает Яндекс.Навигатор. Мужской голос на ИТЛ. Ну что ты встал, блин?
Ну что, у Мытищах закончили ремонт строительства дороги. 5 полос. 1, 2, 3, 4. Всего 5 полос в каждую сторону. Пробок не заметил. Наконец-то. Наконец-то закончили ремонт строительства. Ремонт и строительство дороги. Так что Мытищи свободно. Дорога замечательная. 1, 2, 3, 4, 5, 6 полос местами. Так, впереди у нас Сергиев фасад. Заезжать не рекомендую. Всегда объезжал Сергиев фасад, Переславку-Залесский. И вот однажды поехал, решил проехать через Сергиев фасад. Ой, въехал в город, уже пожалел. Около 3 часов понадобилось для того, чтобы проехать город. Невероятное пробище. Просто жутко. И что? И что противно, невозможно было развернуться, чтобы выехать назад. Так, я немного погорячился, сказав, что закончено строительство дороги в Мытищах. Но когда закончат, я думаю, машины полетят со скоростью света. Так вот, если у вас нет намерение посетить город. Я-то слышу, а меня слышно, нет? Проверка связи. Меня когда-ли кто-нибудь слышит? Не знаю, почему меня не слышат. Индикатор выходной мощности показывает предельную мощность. Ну, возможно, из-за рельефа.
не рельеф, а антенну я не на крыше автомобиля поставил, а на багажник. Так вот, вернусь к Сергию Посаду. Если нет намерения посетить, посмотреть город, то лучше всего объезжать его по объездной дороге. Это гораздо быстрее. Ну, немного дальше, может быть, на 1, 2, 3 километра. На 1, 2, 3 километра, может быть, расстояние увеличится. Проверка связи. Меня в канале слышно? Пошло разногласие. Навител навигатор тащит направо. Так, Яндекс навигатор молчит. Ну, я посмотрел сейчас на Viettel. Ну, там, видать, это все-таки карта старая на Viettel. Обновлять. Мытищи, скажем так, пролетели без проблем. Совсем другая картина в обратную сторону. Но это связано с ремонтом, со строительством дороги. Яндекс сказал, что авария. Что-то я такого не вижу. Что-то я такого пока не вижу.
Ну чё? 350 метров. Так, что-то автомобили в крайнем левом ряду сбрасывают скорость. Ребята, в канале меня кто-нибудь слышит? Слышу, да, нормально. А, благодарю, дружище, удачи. Слышит, слышит. Да, все-таки я вижу, на обочине стоит автомобиль, аварийный знак. На аварийке. Вот это, наверное... А, колесо меняет. Все понятно. Что-то... Часто стоят, меняют колеса. Это подозрительно. Ну, пока два автомобиля меняют колеса. Пока два. Платить без сообщать о своей новой недвижимости автомобиля.
компании Baker Soft разработали залог, при котором снижены потребления воды. Солнечная, там плюс 30. По вторникам такая температура, но ключевые возможные ливни и грозы.
Переслав Залесский объезжаю. Нужно двигаться через город на легковом автомобиле. Ну там светофоры. Город хороший, мне понравился. Я был там несколько раз. Достопримечательность Переславо-Залесского. Здесь находится на берегу Щеево озера синий камень, который имеет интересную историю, интересное предание старинное. Раньше в городе стояли указатели, как проехать к этому месту, но по непонятным причинам все эти указатели сняли. Это место поклонения древних славян. Этого камня они поклонялись богам, славянским богам. Много можно найти информации в интернете об этом месте. Его называют синий камень, синий камень, синий камень. Но я для себя предпочитаю его называть кристалл, где, как на мой взгляд, кажется, собрано огромный объем информации. К этому камню приезжают женщины, которые не могут забеременеть, садятся на камень. Многие люди, имея какие-то заболевания, также обращаются за помощью к этому камню, к этому кристаллу. Размерами он где-то, может быть, 1,5 на 2 метра. Основная его масса находится в земле. И вокруг камня своеобразный запах, запах силоса. Силоса с такой кислинкой, ну, не знаю, как это объяснить, но мне нравится. Мне нравится. К этому камню нужно ехать целенаправленно, с какими-то мыслями, пожеланиями. Не проездом, как я сейчас. Проехал, заехал, поехал дальше. Нет. А ехать вот именно к этому камню. Тропинка к камню обустроена, выложена деревянным таким настилом, деревянной дорожкой. Очень много лавок, что ли, или как там сказать, торговых точек, где продают обереги, ну и другую символику славянскую. Далее от камня к озеру тоже идет деревянная настилом дорожка. Огромное количество цветных красивых ленточек повязано.
то есть люди приходят, отдают дань богам, поклоняются и привязывают ленточку, сопровождая мысленно какими-то просьбами, пожеланиями и так далее. Синий камень, Переслав Залесский, Ярославская область. Примерно 70 километров с небольшим от Ярославля и порядка к этому камню, я там был, наверное, несколько раз, к этому камню, к кристаллу, приезжает очень много людей, очень много. Несмотря на то, что никакой информации, никаких указателей нет, людей приезжает очень много. Приезжают семьями, устраиваются на берегу в субботу, воскресенье, отдыхают, купаются, загорают, ловят рыбу. То есть можно приехать сюда, ну, сутки, например. Приехать в субботу, уехать в пятницу. Конечно, мест для парковки автомобилей очень мало. Ну, то есть то, что можно по дороге припарковать, то можно. А так стоянок я не видел. Парковочных мест нет. Практически объехали Переслав Залесский. Еще немного и путь на Ярославль прямой. Но в Ярославль заезжать не буду, не планирую. Буду двигаться по въездной. Thank you.
Так, Переслав Залесский остался позади. Чем знаменит этот город? Тем, что здесь, я повторю, наверное, в который раз, находится на берегу Плещеева озера Синий камень, или как его в старину называли, Синь камень, место поклонения древних славян. Как известно, староверы, славяне, их называют еще язычниками, поклонялись своим богам. Летоисчисление по старославянскому календарю 7521 год, кажется. Точно уже не помню. То есть по исламскому календарю и по сейчас идет 5700, не помню, можете посмотреть, какой год. Вот, по старославянскому календарю 7520, по-моему, первый год. Но могу ошибаться, давно не смотрел. И называется это летоисчисление от сотворения мира в звездном храме. Это не то, что была создана Земля и так далее, а сотворение мира после длительной войны. Пришли к согласию, пришли к миру. Но это тоже можно все более квалифицированно, детально, подробно прочитать в интернете. На язычников навешивают ярлыки, что они приносили в жертву кровавое подношение, то есть убивали детей, чуть ли не ели детей, делают из язычников каких-то нелюдей. Ложь, полнейшая чепуха. Старые славяне, язычники, жили в гармонии с природой, и у них святое место была вся окружающая природа, не отдельно стоящие храмы, мечети, костелы, а вот именно вся окружающая природа. До сих пор отмечается праздник язычников. Это день Ивана Купалы. Вот. Это старославянский праздник. И много других праздников, которые отмечают современные христиане. Интересно был уклад у старых славян. У них было не 33 буквы, как у нас сейчас, а 49. И называлась она
буквица. То есть это язык образов. Образный язык. И вот у славян до сих пор еще на генном уровне осталось в памяти вот эта вот буквица. Поэтому многих ставят в тупик, ну, скажем так, англичан, европейцев и так далее. Ставят в тупик вопрос. На вопрос, будете ли вы чаю, ответ, да нет, наверное. Только славянин может понять смысл вот этого ответа. У американцев, англичан, французов, у всей Европы это вызывает коллапс. Буквица. Кстати, старые славяне, старославянский народ жил не по семидневной неделе. У них был временной отрезок, который периодически повторялся. Это 9 дней. 9 дней. И работали они не как мы сейчас. 5 дней работаем, 2 дня отдыхаем. Мы работали, один день работают, например, первый день работают, потом 2 дня отдыхают. Потом 2 или 3 дня работают, один день отдыхают. Вот такое, такое было чередование. Если дальше копнуться, у них не было високосного года, там, обычных лет. У них не было вот этих несоотношений. С временными такими большими периодами, как год и так далее, и так далее. Это отдельная культура. Отдельная, совершенно другая культура. Люди жили в гармонии с природой. У них не было вот этих расписок, у них не было договоров бумажных. И так далее. На Урале идут раскопки, где найдены поселение древних славян 40 тысяч лет тому назад и более. Этот огромный пласт, который почему-то скрыли от нас, скрывают. Ведь рано или поздно все равно народ узнает об этом. Искажен смысл слов у славян. Например, у славян первенца в семье называли уродом. То есть он стоял у рода. У нас это носит сейчас какой-то негативный смысл. Те, кто был, значит, нарушал заповеди славянских богов и так далее, людей, которых наказывали, называли юродивыми. То есть этих людей выселяли из рода. А у нас это носит смысл как бы святого. Юродивый.
и много, очень много вот несоответствия современного русского языка со старославянским языком.